Я сумонер, парни! Кастом Хирохаус, всем здравствуйте! Сегодня кастомку стримим. Потом. Да не, за что? Ну за что? Ультани! Ну ультани! Нет ульты. Да за что? За что? Я выживал-то. Ульт. В некра синего скриншот нужно сделать на память сейчас. Все, хорошо. Скриншот сохранен на память, потому что такие моменты их нужно впечатлить. Не всегда такое видишь в играх. Я украл блокхол, нажал в троих, и он сказал, что этот блокхол убил всю нашу команду. У меня слезы на глазах. Мне просто меня стошнит просто. У меня рвотная рефлексия. Сейчас пойду блевать в туалет. Привет, ребят! А вы в курсе, что 11 ноября Всемирный день распродажи? Жаль, что в доте цены на арканы не падают процентов этак на 50. Хотя я знаю, где падают. На тесте дроп завезли новые кейсы с огромными скидками. Предложение в секрет-шопе и халяву поинтереснее – колесо бонусов. На нем можно выиграть 1000 рублей или доступ к секретному контенту на сайте, которого не будет у других. Переходи по моей ссылке в описании, юзай промокод LAGOM. Ты сможешь не только крутануть колесо бонуса бесплатно еще раз, но и получить 15% к пополнению баланса и халявный кейсик. Тести дроп, ну просто засыпает подарками. Не, ну я сейчас, типа, Дашка, скорее всего, ставит на монтаже в начале. Это просто пиздос. Вот я сейчас ищу игру уже 20-25 минут. А, два раза у меня находилась игра на 9 минуте, и два раза оффлейнер не загружался. И сейчас вот второй раз конкретно, когда оффлейнер не загрузился. И игра на порядочности 3500 грузится. Ну, то есть я не могу найти игру банально. Я ищу мид. Вот я играю со вчерашнего утра. И я сыграл с вчерашнего утра, то есть я целыми днями сижу за компом, я вообще без перерыва играл. То есть вот, можно смотреть, у меня игры, и вот я сыграл с Пашки, вот, у меня игры вообще не ищутся. Вот сейчас она нашлась быстро, потому что уже ищу 20 минут. Странно, если она не найдется, просто это просто нереально. Ну, типа, очень сложно найти игру, тут видите, подтверждение полчаса. Я не знаю, как это работает, может реально порядочность как-то влияет на подбор союзников послабее, либо же еще более низкой порядочностью, ну, чтобы ты просто мучился, и, типа, ты не умеешь общаться с людьми, у тебя низкая порядочность. Не знаю, почему она еще может быть низкая, может быть, человевая. О, кстати, вот там кто-то отключился. Ну, посмотрите, почему у чела такая низкая порядочность. Вот я вижу поражение, ну, например, смотри, поражение на Террорблейде, он что, плохо отыграл на нем? 0.8. Против какого пика 0.8? Были контрпики там или нет вообще? Ну, вообще тут фри игра для ТБ, если по-честному. Саша Яша, сатаник, бабочка рапира, и ты тут убиваешь пятерых один. Ну ладно. А, вот. У нас загрузилась игра. Я, как уже говорил, я буду играть сейчас по рофлу, то есть... ну, это, возможно, даже днем выйдет, то есть я записываю в тот день, когда... ну, вы вчера видели видос 19.00, где я играл на... Ком я играл? Я только что играл на ком-то. Вот, на Пангалере рофлил. И сейчас я решил, что будет рофлено тоже на чем-нибудь таком веселом поиграть, что ребята в команде не будут ожидать, на чем ты будешь бегать, убивать. Все такие, чё, как ты это делаешь, чувак, йоу, завязывай. Вот, и хотелось бы что-то красивое такое поделать. Сейчас я что-нибудь выберу, ну и вы уже, можешь сказать, посмотрите уже после монтажа на стадии драфта. Да, я решил, что будет прикольно поиграть на Рубике. Тут можно своровать чайник, можно своровать Black Hole, можно своровать Рор, можно своровать Стан Свена, и очень кайфовая вообще должна быть игра для меня. Я думаю, будет интересно. Тем более, тут два кора, я могу играть не супер жадно, но я буду играть жадно в любом случае. Надеюсь, вам понравится игра на Рубике. Опять же, можно говорить, что у меня там немного практики на нем, но учитывая, что у меня ММР почти больше, чем в два раза больше, чем у ребят, я думаю, будет легко. Не обессудьте, что игра на таком рейтинге, я повторюсь, у меня тут калибровка, мне нужно это пройти, осталось две игры, нужно побеждать, я думаю, сейчас будет все красиво. Понятно, если я буду проигрывать игры, скорее всего, я буду добущивать, потому что любую калибровку, которую я делаю, стараюсь делать качественно. Если вдруг мне не получается выиграть, да, там, или кто-то подруинил, или я что-то не так сыграл, я всегда добущиваю аккаунт на плюс ММРчике, чтобы человек был доволен. Поэтому, да, если вы хотите заказать калибровку, пишите в личку, я вам скину прайсы на калибровку, на буст и прочее, потому что у меня сейчас есть плюс-минус места, немного, но там у меня два заказа еще есть, и после них я смогу что-то, ну, сесть на какой-нибудь заказ. Вот, поехали. Поиграем, посмотрим. На Рубике мид. Интересно, что команда будет говорить, потому что в основном, сколько я вот на свою сборку выбрать. Можно ее найти вообще?
Русский. Реально ли еще найти Грумыч, кстати? Ну, может быть, Грумыча выбрать, но я бы вообще в идеале свою сборочку нашел. Она есть уже в доте, но она очень внизу, потому что я ее особо не продвигал и еще не делал с ней видоса. Ну да, сложно будет найти. Давайте Грумыча возьмем. Грумыч тоже хороший рубик. Возьмем Грумыча. Какого у Грумыча на ней? 38 тысяч игр. Ну, неплохо. Он с погом, правда, начинает, но... Ну, тут сборка такая, не, мне нужен мид-рубик тогда уж. Если тут что-то через нулики. Мне нужен мид-рубик через нулики. Ну, вот, я смотрю мид-рубик, но только тут старая сборка. Но это лучше, anyway, чем то, что есть. Так. Команда будет что-то говорить? Гадости какие-то просто... Вот, ну, учила за меня Муц и Юня, чтобы вы понимали. Танго мне не запулили, но в целом мне особо-то и нужно. Танго... О, начинается срач. Я даже не просил танго, и все равно мой союзник горит, что мне его не дают. Хотя я даже не просил, мне оно не обязательно. Я могу сам довести себе тангусик, какие проблемы. Так, в любом случае, нужно сборочку выбрать. Возьмем два нулика. Нулик, ботл, нулик. И потом, наверное, сделаю аркашки. После аркашек блин, линза, блинк. Да, я буду делать аркашки, блинк, линза. Ну, то есть аркашки, линза, блинк, вот так. Лич заберет руну в соло. Хорош, Лич, красавчик. В итоге у нас 0 рун. Что, ребята? Целом не захотели забирать. Ну, веселая игруля начинается. Я думаю, так даже интереснее будет. Вообще, я очень хочу поворовать блэк-холлы, понажимать блэк-холлы в пятерых. Ну, по-моему, это красиво получится. Буду играть жадно, через загоним. Много фармить. Возьму талант на базовый урон, чтобы фармить. Поставим вардик. Надеюсь, он не заметил, что я вардик поставил. Ну, вообще, должен был заметить, но... Может быть, он не прокликал, просто что у меня вард есть. Мог миссануть, я бы сденайл, но я пытаюсь максимально в агрессию идти. Тычкую его. А может за счет тычек мид выигрывается. Особенно за счет тычек на рубике. Приду себе нолик сначала. И надо тангусик еще поставить к фигвай. Вообще, на самом деле, наверное, даже вот так вот возьму. Смысл мне брать лифт, если я все равно, ну, не имею возможности убить оппонента своего. Практически никогда. Да, линию тут ребята, конечно, стоят очень плохо. Они не знают основ, они не знают про то, как грамотно крипов каесить, о том, какие крипы в приоритете добиваются и т.д. Он молодец, добил, но я думал, просто урона не хватит снайпера, там вообще дэмэджа нет. Поэтому там закупим. Первая шапнель очень слабая, но учитывая, что у меня нет танга, лучше под ней не стоять. Танго только в куре едет. О, дэмэджа хватило, ужас. Ужас. Тут у меня молнию возьму на следующем. И после молнии возьму поднятие. То есть на четвертом будет поднятие. Сейчас оно малоэффективно. Слушай, лень под башней, это очень хорошо. Потому что против снайпера вообще кейсится, ну, мне неприятно. Хотя, блин, ну это снайпер. Чего я боюсь его? Давай драться. Хочешь драться, давай драться. Только я под башней стою. А, ты прямо все, на мужика решил, да, со мной драться? Был у меня поднять, он бы сейчас умер, кстати. Но я просто не ждал, что он так отыграет плохо. Маску привез вообще себе. Ну, ладно, сходи на базу с маской своей. Просто так захотел. Я не против, типа, иди на базу с маской. Мог взять там себе фласку какую-то, но... Как знаешь. Вообще нюк очень больно косать на ранней стадии. Снайперу невероятно больно стоять против Рубика. Нужно прям хорошим снайпером быть, чтобы хорошо отланить весь Рубик. Вообще, Рубик один из самых сильных лайнеров в доте. Кто бы что ни говорил, типа, да, там у него стан не носит урона, у него нюк, который не замедляет, ничего. Не, он очень больно косает нюк. То есть, ну, очень неприятно стоять против Рубика. Если на Рубике чувак знает, как грамотно использовать нюк, то очень трудно против него стоять. Он будет всегда нажимать вас нюк, чтобы добивать крипов. То есть, все дальники у Рубика будут 100%. Так, еще и этот же Рубик, он, у него тычка огромная. У него тычка 71. Невероятно сильный герой. Из минусов, понятно, это нестабильность в руках слабого игрока. То есть, если чувак не умеет жать кнопки на Рубике, не знает, как на нем позиционку держать, да, то есть не знает его слабых мест, то, скорее всего, его на сак сам дик. Ну, перед этим, конечно, будете селебрейт на сак сам дик. Вот, мне нужно крипа добить. Не хочу молнию юзать на такой стадии. Ну, он молодец, что ли, у него пушит, но надо ему нужно бушить потом уже по дрону. Майёк. Майёк.
добью, к сожалению. Этого тоже не добью, к сожалению. А, повезло. У меня тычка, блин, 74 плюс 2. Я что-то забываю про эту механику. Ладно, аркашки рашим. Сейчас нужно линию подтолкнуть немножко. А лучше просто запушить линию, сделать так, чтобы она была под башней, чтобы башню ее подпушила. Он где-то, ну, не блочил на снайпере, в любом случае. Неважно, сейчас толкаем линию. Он тоже толкает линию. Ой, найс, она еще перепрыгнула на снупика. Неважно, да, на это или нет, потому что мне важно руны контролить. Давай, давай. Сука, нет! Ладно, ладно, сука. Знаю руну, я сдонаю тебя тогда. Сука, наглая, вот стоит, блядь, добью гриба, вот добью, блядь, стоит и стоит. Ну наглая, сука, на снайпере, наглая. Пошел на базу, на снайпере своем. МС чуть меньше, чем у меня, но... that doesn't matter, как говорится. Какой смысл больше у него, если меньше, если я потеряю все ресурсы, чтобы убить снайпера, который так ест фекалии. Сейчас сапог приедет, буду догонять его. А еще в идеале лень толкнуть, сходить забрать руну и кайфануть. Вот. Так что левел появился. Какой же Рубик годный герыч? Сигнали, что у меня ботл. 10 лего не захочет брать. Ну, не успевал в любом случае. Я могу украсть шапнельку и шапнельки поддушить. Но он начинает зафармить, потому что нюк на такой стадии очень круто. Ну, сильно, он очень сильный. Зима очень легко фармить. Сейчас мы отпиваем. Вся. Куру за арканами отправляем. Шапнельку воруем. Можно немножко подпушить, подхарасить его. Ебу его, его же оружием. Кстати, можно лес еще фармить шапнельку вот так вот. По кейфу. На самом деле тут супер вот фарм будет. Если я так буду играть. Эй, ты че на кота перуинишь, алё? Не надо так. Я миссанул, видели, да? Если бы я не миссанул, я убивал бы его сейчас. Ну ладно, бывает. А, руна, что-то я забылся. Ну, мне, как всегда, с уроном, наверное, не повезет. О, извиняюсь. Ебло, точка, ебло, точка нет. Ебло на ноль. Я знал, что я украду, и у него должна быть шапнелька в тройку. Но он, видимо, не прокачал ее. Хотя шапнелька в тройку, как правило, всегда берется на снупике. Да ладно. Может быть, он ульту у меня захочет нажать? Фласку еще одну привез. Найс фейс, я бы сказал. What wrong with your face? О, привет. Спасибо за донат. Удачного стрима. Мне кажется, он тут будет. О, ну, how you do that? О, он отсюда закинул шапнел. Снайперизи! Why you so good, Sniper Easy? Ну ладно. Так, мне anyway нужно сначала блинк, потом линза. Я понимаю, что линза имбища, все дела, но блинк тоже имбищ. В этой игре блинк очень хорош. Много чего воровать можно. Мобильность. Фармим лес. Надо что-то украсть хорошее для фарма в идеале. Ну, шапнель отлично для фарма, просто КД огромный, это минус. Ой, топ, шмотка на Рубика из возможных. Мом просто купил. Хорош. Надо вард ставить к нему в лес, чтобы детектить его и убивать. На мид бежит. Шапнель все еще двойку, кстати. Ты мой батя на пуджа. Хочу экспу за него. Найс, экспу получил. Какой пуджик, молодец. Мид загангал. Пятю не дает. А я не могу. А я не могу. Я не могу дать 5. А, могу, все. Блять, я не увидел ее. Я не мог 5 дать, мне показалось. А потом я увидел, что могу. Ну, получается, ЧСВ 5 не дал подписчику. Так, так, к подписчикам относишься, ЧСВ. Ставим вардик. Ну, скорее всего, этот вардик снимут, поэтому нужно поглубже вставить.
Стакеншей, хорошо. У меня какое-то такое смутное сомнение, что тут сукоп стоял. Дай-ка я куплю сентрю и запроверю. Седьмой левел с фейзами. Пробуем отойти, чтобы башня не заметила. Сентрю у них вроде нет. А мне это... Похуй, да тебе. Жаль. А я-то думал, нет. Ладно. Срать. О. Так вот. Ну, он вообще быстрее, чем с визами. Но если бы верно попало, мы бы убивали. А, я так убью его. Хорошо. Хорошо. И с кабанами я фармить, кстати, могу. Вообще прекрасно. Сейчас кабана еще призову. Я сумонер, парни! Кастом Hero House, всем здравствуйте! Сегодня кастомку стримим. Что это, блядь? О, что я вижу? О, это ужасно. Ой, я случайный талант взял. Да, на мид фармить, нет смысла стоять. Руна, я что-то ошибся. Не, ну это смешно было. Так вот, типа, ну, я видел смешные моменты в доте, но это прям бомба. Так охуенно получилось. Ладно, теперь буду лес быстрее фармить. Получается, раз, два. Экранчики нажал, блинк едет, супер вкусно. Шрапнель в троечку. Так, чё, почел? Давай отсюда это. Проваливай. Нелька закину. Сюда подойдет. Ну, пошел отсюда. Ролл. Этот не тратил, наверное, да? Ой, ну а вдруг получилось бы, правильно? Он кетимом нажал. 2 секунды. Сейчас я. Манга 3 стоит. У меня блэкхол есть? Вроде да, могу украсть. Все, начинается. Я не хочу нажимать, я хочу, чтобы блэкхол меня нажал. Ну, видимо, не получится. Я хотел, чтобы нажал блэкхол, я украл блэкхол, нажал тэп-аут, но это слишком жестко было бы. Я не такой жесткий. Так, делаем дальше линзу. У меня команда, кстати, уже сраться начинает еще. Ну, это проблема порядка сейчас. Либо за тебя, либо против. Обязательно кто-то начнет гореть. Ну, игра начнется, когда мы начнем бегать команды. Тогда я буду стоять сзади. У меня довольно хороший фронтлайн в виде вот этих трех героев. Плюс верно можешь подставиться. И я за счет их фронтлайна буду сзади пенсионочку держать и по кайфу. Стакнуть. Шапнельку закинуть, нюк закинуть, дофермить. Ну, типа шапнелькой фармить. Сам бог велел. Если он есть. Боти руна активная. Руны нету активной. Тачку толкнем. Блин, запах почти есть. Я, наверное, даже начну с рецепта. И благодаря рецепту я вот тут сразу же закуплюсь. И будет мне кнопочка. Благодаря таланту на дэмэдж очень приятно фармить лес. 146 тычка. Я, кстати, забываю про нее. Ой, ну ты чё, успокойся. Не кричи меня. Успокойся, успокойся. Не бей коленчик два яблочка, успокойся. Зови Календополу Дарксайда. Календулу. Держи. Бро. Он тушит на снайпере. Ладно, сейчас мы нажмем аркешки. Аркешки разберем. Включим сборку, купим лэнс. А, там рор нажали. Нажал он, интересно, кабана или нет? Могу ли украсть рор? Ну, я не достаю, он слишком быстрый. Обидно. Все,
Ты нормально вообще? Кайфуешь? Кайфурика ловишь? Тиреганим нужно рашиться. Не, команда что-то у меня вообще пригоревшая. Сейчас блинком линзой будет легче. Там еще будет талант на дальность. Я не буду брать тут воровать урон. Тут профит не взяла на дальность и кайфовать. Мне воровать блэкхол нужно. Стан свина. Кстати, если куплю ганим и сворую стан свина, это ГГ будет. Это очень плохо будет. Могу лишь это... Ну, он точно уже кабанов успел призвать. Руны хорошие украл. Легонка с будмейлом без блинка. Кстати, сборка моя дотерская. У меня в доте такая же. Только у меня там виномчик, но это не важно. Хотя нет, я не покупал суринг там. Я писал, что там уже стики плюс возить кларити. Но если вы не видели эту сборочку, ребят, обязательно зацените. Хорошая сборка. Я очень много Драгомана посмотрел. Так как Драгоман, наверное, ну, топ-1 легионка после Гостика. Еще Гостик топ-1, а Драгоман после Гостика. Го, убьем его. Найс, плюс делька. А, я... Ебать, что я украл. Я думал, что я шатнель кинул, а это он кинул. Сет. Ну ладно, буду дальше тычковать. Верно, с мидасом, да? Хорошо, поехали. Тут нету крипов, тут нету крипов, тут нету крипов. Сейчас, когда мы пучу по морде? Он яхнуть хотел. Могу помочь? Мне увеличивает дальность, да? Да, дальность повышенная, вау. Надо варды купить себе. Плюс одну сентрю. Может даже тревела стоит сделать. Так, все, у меня лесной пурш с мидасом и книжкой. Тот самый наш любимый. Я опять украл. Он после шафнели жмет тейкаим, чтобы я не украл шафнель. Какой монстр, а? Смотрите на этого сверхразумного игрока. Молодчага. Ну, я реально очень доволен, что он так делает. Молодец. Проверим дальность стычки. Не-не-не. Хорошо. Ставим такой вард. Плюс-минус очевидный, но мне нужны защитные варды. И второй ставим, наверное... Ну, этот вард быстро сломается, но он спасет меня от какого-то ганга со стороны биста. Если она начнет, но и вернет, то я думаю, можем убить. Ульт в него нажмешь? Нажми ульт. Ладно. Он не хочет нажимать, не будем нажимать. Я как бы не, ну, не заставляю. У нас каждый делает, как он хочет. У нас нет каких-то там матриархатов, патриархатов. У нас нету этой тирании. У нас есть Свен почти с аганимом. Поэтому каждый делает, что он хочет. Я никому, никого, ни к чему не принуждаю и не обвиняю. Так, сделаем шапнельку. Блин, сука, монстр! Он реально после каждой шапнели жмет тыкаим, чтобы я не украл шапнельку. Монстр. Просто монстр. Потому что если была бы у меня шапнелька, я гарантирую, я бы сейчас был бы топ-1... Я так, наверное, топ-1 форса. Но шапнелька я был бы еще больше, чем топ-1 форса. Отлично. Через крипа добил. Ты можешь дальность еще талант взять и с чайником напасть на снупика. Хорошая игра. Типа воровать чайники. Вообще по кайф. Еще тупой там уже. А что такое? Ты ебище на легион. Пробуем блинкануться, поднять его сюда, кинуть в него чайник. Вот чайник в него снова отскочит. И мы еще раз через чайник его убьем. Красиво. Красиво получилось. Сейчас почти аганима же есть. Главное не обосраться, не задохнуть с кого-то свина. Вот я не понимаю, люди, которые говорят на союзников. Типа, начни с себя. Ладно, я, да, как бустер, могу там сказать, ты хуево играешь, что такое. Но я обычно говорю это про себя. То есть я никогда, ну, практически никогда не пытаюсь что-то доказать в игре. Ты играешь в соло ММР, тебе никто ничего не должен. Зачем ты тратишь свое время на этих людей? Типа, если бы тебе платили бабки за их обучение, я бы, может быть, понял. Но ты бесплатно учишь кого-то играть. Хотя, учитывая, что ты сидишь на этом же рейтинге, скорее всего, ты сам не умеешь. Зачем кого-то учить, ты сам не умеешь. Ну ладно, кстати, у меня левел как в турбо какой-то. 18 левел на 17 минуте. Жесть какая-то. Я не думал, что на руби так можно перефармливать. Вкусно. Там дальность есть, сейчас стоим чуть сзади, потому что есть вероятность блэкхолов и т.д. Вообще нужно играть от блэкхола, то есть смотреть, где блэкхольчик. Ну, блядь, все фармят, такая скучная игруля. Ладно, у меня хотя бы чайник украденный есть, он еще будет длиться 150 секунд. У меня почти аганимчик. После башни аганимчик будет. Везем аганимчик.
На чайник украденный, если ты издуэлишь кого-то через 20 секунд, то мы можем убить. Ну, у меня типа фармит ПЛ, фармит Пудж, фармит Виверна, фармит Легионка. Я очень доволен, что сделал Рубика, потому что мне, ну, в принципе, много фарма не нужно. Мне вот уже хватает того, что у меня есть. Можно взять вообще рефрешер какой-то для будущего. Снайпер вообще тут. Вард мой нашел. Аганим сейчас больше на чайник не работает, к сожалению. У меня он еще будет длиться 2 минуты. Нажал ТП, надо помочь. Нажмешь что-то? Давайте подеремся, у меня чайник есть. Я могу Рору красть. Бля. Ну, чайник неплохо в целом попрыгал, я доволен. Не знаю, хватит ли этого, потому что... Очень сложно. Выкол нажмешь? Ну, я вроде неплохо нажал. Я нажал чайник, нажал рор и украл чайник назад. То есть, как бы, вернул чайник во свояси. Вообще, я хочу травла в этой игре. Мне очень не хватает МС, и не хватает возможности летать на базу, чтобы регенить себе ресурс. Да ладно. Чайник, кстати, все еще первого левела. Свинина. Пуджу вообще в охую. Там нет? Есть аганим. Если я сейчас обосрусь, будет очень грустно. Ульт нажал. Ну, я, к сожалению, мало чем могу помочь, бро. Я могу так чисто подукрасть ульту. Не-не-не-не! Блядь, не-не-не-не-не-не-не. Спрячь меня, похиль меня. А, у тебя нету. Ультани в него! Я мог, наверное, украсть стану, ультануть в ответ, но он мог ультануть, чтобы спасти меня. Он не мог меня спрятать, кстати. Я бы посмотрел на реплее. Мы даже... Да, блять, вот даже будешь смотреть реплей, будешь смотреть эту запись при монтаже. Скажи мне, чтобы я посмотрел реплей на запись. Потому что я хочу посмотреть, куда он потратил хил. Я реально не понимаю. Мы же никто не дрались. Умер только Свен, я и Пудж. И получается, драки никакой не было, но хил был потрачен. Странная херня. Книжку, кстати, съели уже. Так, талант на 20-м, какой я восьмом? Ну, по-любому, перезарядка фейтболта для фарма, и потом на 40% украденную урона способности. С аганимчиком, что тут сильного с аганимчиком вообще? Во-первых, дальность, во-вторых, КД, тут какой? Перезарядка с кипетром 2 секунды. Кстати, да, я же мог украсть стан, нажать стан в ответ и выжить, что-то я тупенький. Но немного практики, не душите. Я должен был об этом помнить, но это практика. Извини, Рубик. Вчера спасу. Так, чё извиняться? Мне похуй, я просто думал. Ну, я рассчитываю. А я при чем? А я тут при чем? Да мне похуй. Типа, я просто не знаю, при чем тут я из команды ёбков. Просто за что мне? За что мне прилетает? Это вечная проблема дота. Ну, ёбок один, а получают все. Как, блядь, какой-то армии условный. Не, условная тюрьма. Хотя армия тоже может быть условной. Там есть блинк? Там лотар. Там лотар. Нам сентри нужен. Он, скорее всего, под тобой в лотаре. Очень опасно. Он по-любому был в лотаре подо мной. Если я откроюсь, я трупек мгновенно. Прям ультра мгновенно, я бы сказал. Нельзя рисковать. Блять, этот фармящий путь с Мидасом, это просто невероятно. Ой. Не, путь с Мидасом, это на самом деле новая мета, вы просто не понимаете, вы еще не прочувствовали. Я уже, сука, чувствую так, что прям плохо становится. Говорит, извини, но при этом он все равно не продолжает делать хоть что-то, что могло бы помочь нам в этой игре. В психцентре я не могу подойти мне. Ну, ладно, я, наверное, могу все-таки. Бля, ну я блинк потратил, это плохо. Нигма с блинком. Ну, почти попал в ком, ничего бывает. Вот снайпер у меня есть, огони мне сейчас. Точнее, может быть, если он не нажал АИМ. Ебать дальность к 100.
Midnight Pulse. Я могу Midnight Pulse перед Black Hole'ом постелить. Это хило, это просто пиздец, не делай так. Это ужасно. А хорошая рана, кстати, от Black Hole. Хороший, да? Это пары агонимные. Кастом Хера Хаус, всем здравствуйте, ребят. Бля, я походу... Блять, на них за что? Ну за что? Ультани! Ну ультани, нет ульты. Да за что? За что, блять? Я выживал-то. За что, блять? Умри нахуй. Он меня спрятал, когда я мог убежать. Ёбаный в рот. Пойду сделаю это вот. Не пизда. Всем пока. Это было грустно. Ну-ка, стоило мне умереть, нажались Black Hole чайник мгновенно. Ладно, хотя бы дуэль выиграю. Я просто думал, что я, блин, конусь, типа, там, чела застаню, но... Так выходит, что ты играешь на низкой порядочности, где то... Если ты блинкуешься, тебя убивают, но если блинкуются в тебя, то ты умираешь. Вот такие, такая, знаете, фраза великих людей. Ты не можешь нажимать блинк в атаку, в принципе, потому что нажмешь блинк на атаку, то тебя не поддержат путь с Мидасом и Легионка с Мидасом... О, Легионка, говорю. Надеюсь, Легионка и Мидасом? Фу, повезло. А, блядь, не делай, пожалуйста. Отмени, пожалуйста, огонь, не делай его. Ради, блядь, всего святого, что тебе есть. У нас два Мидаса в команде, у нас столько дэмэджа по твоей ульту. Если ты купишь агоним, я просто, блядь, выгорю. Все, я спокоен. Так. Блядь, не говори просто. Не говори, братан, не надо. Ты меня убил два раза, не надо меня убивать третий. Он меня два раза убил. Один раз он меня убил, когда противник ультанул. Второй раз он меня убил, когда Колган Брейс меня нажал вот тут. Когда меня, блядь, в принципе не бил никто. У меня был блинк. Он откатывался, я успевал блинкануться. Ладно, нормально. То есть у меня левел не поднимается уже очень много времени. Это, кстати, труп на легионке. Всем пока. Ульт. В некра синего. Скриншот нужно сделать на память сейчас. Все, хорошо. Скриншот сохранен. На память, потому что такие моменты, их нужно впечатлить. Не всегда такое видишь в играх. Ладно. Ну чё, парни. Смог, поехали. Нажмем вардики в их лес. Давай. Раз, два, три. Смог, нажми. Поехали, показываю. Нарисовал, смог, нажал. Полетели, парни. Смоки, мы команда. Просто класс. Тот, кто первый, пидорас. Поехали. Вардик поставили. Героя нашли. Меня стреляют, всем похуй. Камеру достал. Сейчас тоже буду снимать. Хорошо, надо что-то украсть. Я подозреваю, что было правильно сначала чайник украсть и закинуть вот туда к ним в гости. Потом, после чайника, в идеале еще блэкхольчик украсть. Дуэльку мы заработали. Молодцы, команда, смог нажали, килл сделали. Не команда, а мечта. А вы думали, что у меня команда слабая, что ли? Вы пиздец как ошибаетесь. Видите, вардик сломал. Там помог, тут помог. Все, шиза наступила. Это, кстати, топ руна для меня. Дальнес, конечно, просто бимба. Не знаю, если еще что-то на дальнес. Не уверен. Но я не уверен, что нужно, по правде говоря. Мне нужно жить. А как жить в этой игре? Who knows? Nobody knows. Есть Нигер Холл. Ну, помочь им? Не знаю. Ну, если будет Нигер Холл, я обязательно выживу. Я обязательно выживу, ребят.
Я, кстати, не под руной нажал. Обидно. Я немножко ошибся там. Да ладно. Надеюсь, не умру. Ладно. Ну, Enigma реально странная вещь сделал. Он, знаешь, он играет против Рубика, и он так блэкхол жмет в тупую. Я украл блэкхол, нажал в троих, и он сказал, что этот блэкхол убил всю нашу команду. Это вся гонимная хуйня. Я забыл об этом. Там еще длительность повышенная. Ой, ладно, я сейчас немножечко обескуражен. У меня ощущение, что что-то не очень хорошо у нас получается. Страшно. Ебать, у него там шмотки. Нормально. Сейчас пойдет фармёшка. Не хочу тратить эту кнопку, потому что если потрачу... Лучше, да, первым скиллом отпушивать. Потому что если потрачу, драка может начаться. Хотя уже похуй, никто не начнется. Да, хватит драки. Видели, бывали, проходили. Из минусов моя команда, кто увидел, что я ТП нажал, такая: срочно, срочно драться, Рубик ТП нажал, быстрее, блять, парня. Не дай бог, эта сука на Рубике нам еще поможет. В конце еще придется коммент давать. Да ну, кому это надо, нахуй? Драку, срочно, парни, налетай, блядь. Пока что вроде... А, ну вот как я и говорил, да, почти. Там вроде блинканулся парниша наш. У меня ТП есть, но я хочу очень сильно кнопку это забрать, потом ТП нажать. Возможно, была ошибка Бринк тратить, но посмотрим. Успел бы кол хотя бы украсть из плюсов. Не знаю, так ли это зарешает. Посмотрим. У меня есть Нигерхол. Можно что-нибудь попробовать. Я могу сделать силкил с Нигерхолом, а могу... Бля, это будет ошибка, если я сейчас ворвусь туда. Будет 200% ошибкой. Снайпер хоть умирает. Блять, я ошибся. Я застрял. Я, блядь, застрял. Нажмем ТП. Нет, никак тут ТП не нажать, меня там убить могут. Меня Бринг сбил с отучкой. Бля, я так аккуратно играю, потому что я не вижу Свена и лотарного чела. Он может лотар меня нажать, и я просто умру. Вот Свена я увидел из плюсов, но я не вижу лотарного бестмастера, который в любую секунду на меня может влететь, и все, я трупешник. Тут лучше не рисковать в таких ситуациях и играть аккуратно. Ладно, у меня хотя бы блэкхол украден, и он очень долго длится еще. Но все равно, такая ситуация щепетильная получилась. Что мне тут там сбили блинк, то тут я сам обосрался. Мне тут чел искать может. Попробуем на мид ТП нажать. Может, спею к ним. Гроша найдут. Топе. Бист. Иллюзия. Ты не улету сразу же, бро. И че? Тоже иллюзия. Ну, может, лотарий тут ходить, у нас, к сожалению, сентри нет, у нас тут покупается место сентри.
Это, кстати, очень плохо, потому что может вар стоять, и мы умрем просто. Обидно, конечно, но что поделать. Говорится, ничего не поделаешь. Да, скоро у тебя БКБ кончится твое, дружище. Меня плакал, хочешь нажать или что? Блять, это его курса, это просто пиздец. Он который раз нажимает курсу, но... Он просто руинит игру на Виверне. Вот реально, вот это вот самый натуральный руин. Я нажимаю Black Hole, и курса жмется. И, блядь, о. Мне пришлось отменить Black Hole, чтобы в курсу побил герой. Который раз он. Блядь, вот тот чувство, когда лучше бы союзника в принципе не было, чем он есть. Но, что поделать. Что мне купить? Не, кай для усиления тут слава. Пробуем что-нибудь придумать. Ой, слушай, я НДПшку купил. Не знаю, ребят, не знаю. Мы будем отбрасываться, пытаться, аккуратно. Вот так вот сделать. Вот нормально. Ой, Октарин может какой-то вообще, чтобы чаще блинк нажимать. А, у меня там что-то такое. Это легионка. Дуэли, да? Дуэли решила дать. О, и пуч отменил ульту. Это пиздец. Легионка отдает дуэль противнику, а пуч за секунду отменяет ульту. Ну, это, скорее всего, могу Свена встретить, нужно очень аккуратно играть. А, Свен... Если бы он тут был, он бы забрал Бруно. Не, ну пока что это пиздос. Я... Это нереальный пиздос. Давайте на хайлайты сыграем. Купим рефрешер, по-моему, с двух блокхолов зарешать драчку. Похуй на байбек. Скучно играть с байбеком. Каждый может иметь байбек, но не каждый может не иметь. Беру украденные способности на железном. Слишком много чего воруется. Блядь, я на снайпере, понял. Все, у противников тоже такая же порядочность. Это создает некоторый баланс. Баланс токсика в природе. Там, кстати, Эленка теперь нужно... Ну, там 2 секунды, я могу даже сбивать Эленку, на самом деле. Найс. По кейфу. Из минусов меня тут искать могут, но... Кому не похуй. Надо диск купить, чтобы меня не находили. Должен еще раз нажать W и выжать после этого. Не должен, нормально. Не обязательно. Так, пачка очень быстро пушит. Они ТП нажали, вы можете напасть. Если увидите кого-то. Пачка пойдет, я ее щелну. Ну что, по кайфу. Ну, что дальше-то? Да, я скипнул пачку. Варда у нас они покупаются. Единственное, варда на карте стоит, это я ставил. Black Hole сложно будет нажать. Да и украсть его сложно, в принципе. Да, так блинк тратит тут. Ну а что если враг рядом? Тут будет в момент террора нажмут или Black Hole. Что ты будешь делать? Вы видите соло Свена, вы можете напасть на него. Похуй на Егис, он фармит эншентов. Хорош. А дуэль? О, решила потом на дуэль оставить. Так, я должен Рору красить. Это, кстати, плохая дуэль была. Мне кажется. У меня есть 2 блокхола. Просто к тому, куда мне их нажимать, у меня вся команда умерла.
Ему нужно начинать с курсы. Он не может их убить с курсы. Ему нужно начинать именно с нее. Ну, в любом случае, у меня есть дабл кола, можно пробовать. Единственный минус, если я нажму хуёво, игра проиграется, потому что у меня бэка не будет вместе с утрон. Это я не могу в соло нажимать. Мог снайпера в боте убить с дабл кол. Он только что выхукал с дабл кола, чтобы вы понимали. Берем рефреш. У меня будет еще один Black Hole. Они этого точно не ожидают. Они скажут, а он потратил Black Hole, они пойдут кучкой пушить, и я тут такой, здорово. Ну, либо им просто будет похую. Да, им похуй. Они просто не стакаются, слово совсем. Сбили, но у меня байбек будет вроде. Да, найс. Я доволен. Было время. А толку? Толку точка нет. Чего? Пробуем подбрасывать топорами. Топ. Я вроде нормальный, да, фон? Я мог пускать, вот поэтому нужно аккуратно играть. Да нормально все еще, мы все еще выигрываем. Проблема просто в том, что у меня тиммейт винит меня, хотя он кнопки не жмет слово совсем. То есть он просто отказывается их жать, в принципе. Я сейчас очень плохо блинк потратил, а могу за это погибнуть. У него аганим, кстати. Я просил не покупать, в итоге я не могу дамажить ему туда. Уж не хочет, да, хукать? Так, у меня проблемы. Парни, помогите, я без байбека. Отдай свою жизнь за меня или что-то. Нормально, жив. Сбить. У меня был хол КД, ёпта на Машу. Две минуты. Ну, минута, в смысле, плюс минута. Ну, тут 60 секунд КД, и тут 60 секунд КД. Поэтому две минуты. Ох, за что вы мне такие красивые, хорошие и сильные игроки? Ну два Black Hole. Black King Bar нужен. Как мне его купить? Я не знаю. По правде. Минигма хорошо придумал. Он думает, что, типа, ну, раз я ворую Black Hole, Black Hole нужно нажимать на меня. Вопрос только в том, собьют ли тебе его? Да. Не дай бог вам, ребят, таких игр. Вот реально, блядь, не дай боже просто. Я вот, ну, он даже вард хотел спиздить. Он, наверное, не в курсе, что деньги за него, ну, типа, не дают ему, но он 200% хотел забрать себе деньги с него, чтобы я не забрал. Так, у меня есть Black Hole. У меня Black Hole есть, можем нажать смог. О, хорошо. Ну, видимо, втроем придется жать, похуй. Лучше втроем, чем в ноль. Иду сюда, у меня варды есть. Пробую достать, но я не уверен, что хватит дальности. Чувак. Поднимите что-то, сделайте. О, найс, 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 отлично. Выживи, я потом нажму Black Hole. Или, ну, Вивера должна помочь. Ну, похуй, да? Ну, похуй. Ой, сделай один удар, блядь! Сделай один удар на ПЛ, убей его! Почему тебе похуй? Он разворачивается под конец Black Hole. Видели, какой дэмэдж Black Hole, ребят? Там просто минус ебало. Команда молодцы, разъебали врачков. Это такой тильт. Это просто пиздец.
Хороший хук. Ну там сложно было не попасть, на самом деле. Он уже сделал вид, что он прячется в кустах. Ты скидаешь хук в кусты и вылавливаешь оттуда. Сторону не потеряли. У меня байбек будет через 4 минуты. Время идет, они не пушат, поэтому я доволен. Из минусов, блять, как можно не убить там героя в блокхол, когда на твоих глазах нажимают твои иллюзии, бьют героя, а ты убегаешь. Пиздец. Ну, он меня пушит, меня сам сейчас разберет, все нормально. Пуч, купи лотс, пожалуйста. Таких свенов ты контрить будешь, он сам себя станить будет. Тебе Тараска не поможет, поможет лотус. Кидаешь на себя лотус, он станет сам себя, и ты его жрешь после этого. Парам, пам-пам. Боря мне купит, Тарасочку выйдет быстро, с медасиком. Нактарин. Чтоб чаще мне блокхолдовать, ворвать, мне нравится. Идея неплохая в целом. Кстати, не помню, сколько у меня, да? Ну, чел, который калибровку заказал, конечно, будет подгорать. Но модерн посмотрит видос, скажет: Дэн, да ничего. Я ли слышу тебя, чувак, если смотришь видос, знаешь, что я твой аккаунт подбущу еще побольше. Ну, там, может, ПТС 200 подниму еще на нем. Чтобы не было там обидок, типа, я заказал калибровку, а ты взял Рубика. Сам видишь, какие, блядь, игры на твоем аккаунте. Это просто невероятно. Типа, я играю на миде на пятерке, вот, покупаю варды, где у меня Виверна с Мидасом фармит и... Блядь, я не верю, что это Этериал Блейд. То есть... Он будет нажимать ульт, кидать свой ульт Этериал Блейд, чтобы мы могли не... Мы не сможем бить в его ульт. В принципе. А, там, огоним. Он опять нажал курсу и огоним, и блэкхол. Ну за что, блядь? Ну за что? Да за шо, блядь? Да за шо мне этот агоним? Ну простите, блядь, ну не ебите. Дайте шанс. Да за шо, блядь? Ну что это? Он, блядь, нажимает ульт, и мы не можем бить его ульт. Он нажимает ульт, и мы не можем бить. Они делают все, чтобы я не мог нанести урон. То есть, он специально на Легион купил Аганим, чтобы я не мог бить в его ульту. Он специально на Виверне покупает Т-Блейд, чтобы он, чтобы и противники не могли бить в его ульт, и союзники. У меня слезы на глазах. Мне просто хуево. Меня стошнит просто. У меня сейчас рвотная рефлекс. Я сейчас пойду блевать в туалет. Давай, всем пока, я пойду калибровочку, да пройду и побольше парня побольше. Я в тильте нахуй жесточайшему.